Это не ловушка, всадник. Я пришла одна. Я Уриил из воинов небес, защитница града света, вызываю тебя, всадника, на Некс Сакраментум. Глупо. Перед лицом Создателя я вызываю тебя на бой. Неужели ты и сейчас обесчестишь себя? Зачем? Затем, что Авадон был лучшим из нас. Он говорил, что у тебя есть честь. Эта клятва обяжет нас сражаться, пока один из бойцов не падет мертвым. Я согласен. Надоедливой девкой. Война? Не вздумайте без меня! На Некс Сакраментум сражался я. Я решаю, умрет ли ангел, а не ты. Ты поклялся вместе со мной. Авадон — это разрушитель. Лжец! Он не сказал тебе правды, чтобы защитить тебя. Ты поклялась последовать за ним даже в ад, не зная, что тебя ждет, не зная, кем он может стать. Авадон. Его предали, и он стал врагом всего живого. Я был у древа познания. Его даром стала правда, и ей я поделился с тобой сейчас. Помни о нашей клятве. Скоро ее нужно будет исполнить.